поприветствовать в нашем многонациональном городе. У нас проживает больше 100 национальностей, в нашем очень дружелюбном, ценящем друзей в городе. Пленительный берег у моря, чарует своей красотой, природа словам моим вторит, Абхазия, рай неземной. Наши гости из республики Адыгея. Славятся чеканкой местные селения, наши дагестанские друзья. Степей безбрежных и полей прекрасней в мире нет. Мы приветствуем гостей из республики Калмыкия. Между Волгой и Доном Чубатым вольные вольницы ширью хмельной простирается щедрый, богатый край, что сердцу навеки родно. Вас приветствуют посланцы республики Ингушетия. Дивный край водопадов и скал, и жемчужину эту, как сказку, твой народ в стихах воспевал. Фестиваль встречает делегацию Кабардино-Балкарской республики. Здесь под небом голубым российский сад цветущий, и в полях твоих стоит хлеб в стране растущий. Встречаем делегацию Краснодарского края. Карачаево-Черкесия, небо верхних свет вершин над тобою. Карачаево-Черкесия, наши гости из Карачаево-Черкесской республики. Лугов Приволье и на слуху казачья песня. Вас приветствует делегация Ростовской области. Включаем посланцев республики Северная Осетия Алания. Салам алейкум, славная Чечня. Вас приветствует делегация Чеченской республики. Богу вам поклоняюсь, вам будто в храм на поклон прихожу. Гости фестиваля, делегация республики Южная Осетия. Певучие, раздольные, родное Ставрополье.
мечтали о великом, о радости больших побед. И вот он здесь случится, что ж это за книга? Международный фестиваль мастеров искусств народов Северного Кавказа впервые проходил в Ставропольском крае, в столице Ставропольского края, в городе Ставрополе. Он собрал 14 территорий Северного Кавказа, Южного федерального округа. На этом фестивале присутствовали все республики Северного Кавказа, а также Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край,
Все коллективы показали высокий профессиональный уровень. Хочу сказать, что республики прислали ведущие свои коллективы. Хочется верить, что такие фестивали будут продолжать свою жизнь творческую. Ну, одно то, что это уже 17-й фестиваль, это говорит о том, что это уже стабильно, целенаправленно проводится. Каждый год он проводится в различных территориях. Впервые, я уже сказал, он прошел на Ставропольском крае. Прошел очень организованно. Мне очень понравилось собранность коллективов, их отношение, понимание, доброжелательность. Я хочу пожелать этому фестивалю долгих творческих лет.